Всем каюшки, с вами Амбрелла, и сегодня я по просьбе подписчиков пришла на альт. Что ж, со мной сегодня танцует Страстная. По ее заказу у нас синхронные брюки на 174 бита, 4 клавиши. Что ж, поехали. Удачи тебе, Страстная. Удачи мне. Я на таких битах редко танцую. Ну, думаю, все будет нормально. Так, трюки. Один единственный трюк. Да блин, как это прожать-то можно? Ладно, все дальше. Почти. Я добью трюк сегодня на этом бите, добью, честно. Но не этот, я имею в виду, это 10 клавиш, которые... Ай, у меня же энергия закончилась, я забыла, что у меня закончилась энергия, только на 2 трюка хватило, ладно. Просто уже поздно, говорит все это, а у самой стекают слезы, а время час ночи, на дисплее телефона, а у них минута, и 7 шагов до домофона, она уходит и не вернется, ай. Вряд ли подождет, зайдет в лифт и нажмет на пятый, бог простит, прощай, я не вернусь туда, и все останется где-то там у кольца, а тем временем от Ленина и до весенней так много мыслей, так много... Блин. Не, вы видели? Молодец, Страстная. Я почти прожала, честно. Честно. Ну что, я буду тренироваться. Потренирую Эрику на 8, а сама буду тренироваться на 4, на 174 бита. По-моему, честно. Правда же? Да не, я-то, в общем-то, тяну. Просто иногда пальцы соскакивают или говорю, отвлекаюсь. Вот, не говорю идеал. Говорю мимо. Все четко. Да, что это было? Жесть. Все, я молчу. О, вы видели, совершенно случайно. Спасибо большое. Ты тоже молодец, большущая молодец, ты тянешь обалденные биты. Надо серьезно играть почаще на таких битах, видите, в принципе, это я тащу, но не всегда, иногда попадаются эмиссы, так что надо тренироваться, правда же, надо тренироваться на всех сложностях, на всех битах, может быть, когда-нибудь 8 клавиш на такой скорости затащу. Я, конечно, пошутила, но мало ли, вдруг я 160 начну тянуть уже на 8 клавиш, ну, вот это будет круто. Что ж, тебе страстное спасибо за компанию. 200, наверное, в следующий раз. Всем зрителям спасибо большое. Еще желающие, пишите ВКонтакте в понедельник, в среду, в пятницу. Обязательно с вами найдем время и станцуем. С вами была Амбрелла. Всем удачи в играх и всем пока.